Всем привет! С вами Якимов Игорь. Многие владельцы ВАЗ 2108-2109 сталкиваются с ситуацией, когда мигает лампа с восклицательным знаком. Обычно это обозначает то, что не хватает тормозной жидкости. Но в моем случае тормозной жидкости хватало. Из-за чего же тогда мигает эта лампа? Как вы видите, тормозной жидкости хватает. Так что же тут произошло? Вот берем датчик. Вот эта таблетка, которая замыкает два контакта, не держится на штоке. То есть она лежит на контактах датчика, а в месте, где она плохо держится, она то замыкает, то размыкает. Поэтому лампочка мигает. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем просто обезжирить место соединения и склеить. Или мы можем купить вот другой датчик. Решил попробовать приклеить эту таблетку, имитируя ситуацию, если это произошло в дороге. Вначале я обезжирю спиртом, а потом капну суперклеем. И посмотрим, что получится. Вот мы приклеили эту таблетку. Сейчас поплавок поднят. Контакты разомкнуты, поплавок опустился, контакты замкнуты и загорается наша лампочка. Все, собираем эту конструкцию и буду проверять. В данный момент я симитировал ситуацию, когда поплавок опущен. Это означает, что не хватает тормозной жидкости. А в данный момент я симитировал ситуацию, когда поплавок поднят. И это означает, что уровень тормозной жидкости достаточен. То есть у нас датчик работает исправно. Собрал бачок тормозной жидкости с нашим исправленным датчиком. Пути посмотрим, будет ли эта лампочка мигать или нет. В комментариях напишите, насколько вам интересны ролики по экспресс-ремонту автомобилей. Подписывайтесь на канал и, конечно, ставьте лайки. До встречи в новых роликах.